Специальная военная операция на Украине продолжается, и, к сожалению, она не обходится без гибели лучших сынов нашего Отечества. Павших героев, отдавших жизнь за свою страну, мы должны помнить и воспитывать детей на их героическом примере служения Родине. На территории школы номер 8 поселка Садового состоялся траурный митинг. Школьники, педагоги, представители администрации, общественных организаций, родные и близкие павшего героя пришли, чтобы почтить память Александра Тюкилина. Он учился в этой школе, долгое время работал в Садгиганте. И когда началась мобилизация, в числе первых отправился защищать родину. Сегодня мы вспоминаем и увековечиваем память нашего земляка, нашего выпускника школы Александра Александровича Тюкилина. Этот парень, ребята, был таким же, как и вы. Он ходил в эту школу, он здесь учился, он ее окончил, прошел свой трудовой путь, был мобилизован и отдал свою жизнь за всех нас. Мы должны и обязаны всегда помнить об этом, быть благодарными этому человеку, его родным и близким. Он является гордостью нашей школы. Вечная память героя. Александр Тюкилин действительно настоящий герой. Он был стрелком, помощником гранатометчика, сражался в штурмовой бригаде на самой передовой. 28 декабря 2022 года в населенном пункте Маринка Донецкой Народной Республики Александр трагически погиб, выполняя свой воинский долг. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Александр Александрович Тюкилин был награжден орденом мужества посмертно. Он с доблестью выполнил воинский долг, когда это было необходимо, когда позвала Родина. Он удостоен одной из высших наград, государственных наград, ордена мужества посмертно. Поэтому, дорогие друзья, я в первую очередь обращаюсь к вам, ребята. Вы будущее нашей страны, нашей Родины. Поэтому гордитесь тем, что в стенах этой школы и среди нас жил такой человек. Пусть долгая память Александра Александровича будет в каждом сердце каждого из нас. И пусть над нашими головами всегда будет мирное небо. Царство небесное, Александр Александрович. В память о герое в школе, где он учился, была открыта мемориальная доска. Право ее открыть было предоставлено родным Александра Тюкилина, его отцу и супруге. Участники мероприятия возложили цветы к мемориалу. Память нашего земляка, настоящего героя Александра Александровича Тюкилина, собравшиеся почтили минутой молчания. Вечная память доблестным и мужественным защитникам нашего Отечества.